Всем привет! Вот пригорела у меня кастрюля еда. Не отбирается. На канале есть у меня рецепт. Пару столовых ложек горчичного порошка насыпаю сюда и покрываю просто водой вот это место. Все, что сгорело, ну, буквально на палец. Кипячу, оставляю. Пока вот будет кипеть эта горчица, прям будет сходить весь нагар. Чего угодно. Горчицы. Сойдет. Есть таблетки для посудомоечной машины. Здесь хватит и половины таблетки. Но я кидаю целую и заливаю чуть-чуть водой. И тоже кипячу. Буквально на палец я залила водой. Включаю. Это может любая таблетка. Неважно, какая она по составу. Справится любая. Могу даже помочь таблетке раствориться быстрее. Вот жду, когда закипит вся поверхность. Ну вот если сейчас отодвинуть воду, если я отодвигаю, оно уже отходит. Просто само отваливается. Ну, оставляем. Именно до полчасика оставить. Оно все отойдет. Это силиконовый. Вот видно уже, что там уже отошло. Вот буквально 5 минут оставить. Вот я оставляю. Закрываю, чтобы испарение не наполнялось кухней вот этим испарением. Закрываю крышкой, оставляю на 30 минут. Потом просто вымыть и все. Вот все остыло и все стало чистым. Даже не надо скоблить. Но там, если останутся какие-то кусочки, то их уже не трудно будет. Так. Все выливаю в унитаз. Это добро все. Все чисто. Вот так все отмылось. Это просто потереть. Все. Вообще не надо ни скоблить, ни что-то использовать. Просто кинула, закрыла и забыла. Так же и с горчицей. Так что вот такая чистая сковорода. Но это сможет любая таблетка. Абсолютно любая. Ну что, всем пока, до новых видео.